capitanule. Хочу поздравить вас, друзья, с наступающим Шавуотом, Дня Пятидесятницы. Вы знаете, это время очень уникально, потому что рождение народа было с выходом из Египта, но утверждение народа было с даянием Слова Божьего. Для нас очень важно. Бог послал свое Слово, и Слово сделало нас свободным, и Бог дал нам Дух Святой на День Пятидесятницы, чтобы мы были свободны. И в этот день родилась община. Родилась новозаветная община, сила Духа Святого снарядила их для благовестия, и это наше время. Время благодатное, время силы. Поздравляю, Шавуот на вас!